Ну, о том, что производятся какие-то земляные работы, мы узнали буквально вчера. То есть, если бы Максим Фролов не заместитель акима по коммунальному вопросу Анвара Кургабековича не закинул свое видео, мы бы и не знали об этом. Самая острая боль для нас – это отсутствие балансовой принадлежности. То есть она не принадлежит по балансу, не принадлежит акимату города Рудного, и, ну и не принадлежит управлению культурой. То есть как бы памятник есть, а балансовой принадлежности нет. Здесь надо нам совместно с областным управлением культуры навести все-таки порядок в качестве балансовой принадлежности. Если это будет у нас на балансе, это было бы замечательно. Мы тогда изыщем денежные средства. Прежде всего, это необходимо огородить сам холм захоронения. Да? Это оставшийся памятник, который сохранился.